В здании администрации Ленинского городского округа в торжественной обстановке юные жители получили свои первые паспорта. На этот раз главный документ вручила и поздравила юношей и девушек заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Еще 10 молодых граждан России, области Московской, Ленинского городского округа сегодня получат паспорт гражданина Российской Федерации, великой страны. Вместе с паспортом ребята получили не только новые возможности, но и должны не забывать, что теперь они несут ответственность за свои поступки. Впереди у ребят окончание школы, выбор профессии, поступление в высшие учебные заведения, взрослая жизнь. А пока они делают фото на память со всеми участниками торжественной церемонии. В теории есть план поступить на факультет телевидения, допустим, в МГУ, но это не точно, это просто как вариант. Вот. Но меня привлекает вся такая сфера, вот как раз с телевидением, журналистикой, с актерским мастерством. Поэтому думаю развиваться в творческой сфере. Дома вместе с родителями Мария обсуждала перспективы получения паспорта и ждала это важное событие. Мы с ней готовились именно вместе пойти и сдать документы на паспорт. И когда нам сообщили, что нас приглашают, много мы беседовали, как это происходит, какая ответственность, какие обязанности. Но у нас еще и папа юрист, поэтому там и папа свою лепту внес, объяснив, разложив по полочкам все законы, права и обязанности. И вот сейчас, увидев, как моя дочь получает паспорт из рук Татьяны Юрьевны, я вдруг поняла, что мой ребенок взрослый. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижению 20-летнего возраста. Татьяна Брылова, Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.